футбольных клуба Женеси Атырау вступили в борьбу за кубок УЕФА. Атырау играл в Болгарии с командой Невски и проиграл 1-4. Женес встречался в Чехии с командой Виктория Город Живков и также уступил со счетом 0-3. Ответные матчи состоятся через 2 недели.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Come on.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.